Здравствуйте, меня зовут Кристина, я мама Давида. Давиду 7 лет, мы занимаемся в этой школе уже год. А у Давида была серьезная проблема со здоровьем, но у него был диагноз астма, поэтому карате и учеба именно по регулированию дыхания ему дало очень много. Я вижу, за этот год он окреп физически. У него прекрасные результаты, и я очень довольна, что эта школа оказалась рядом. И я даже не ожидала, что школа Гору Вартаняна может быть рядом с нашим домом. Я считаю, что это просто везение невероятное. Я желаю, чтобы эта школа процветала, и чтобы побольше было таких школ для деток по всему миру Гору Вартаняна, потому что дети обожают заниматься здесь. И я вижу, мой ребенок просто бежит на каждое занятие. Меня зовут Карина. У меня занимаются здесь два сына, Микаэл и Эдик. Мы занимаемся уже больше 2 лет. Нам очень нравится эта школа. Они становятся мужчинами. Я очень довольна. Помимо того, что они занимаются, у них здесь к концу класса бывают игры, они любят и даже иногда дома сами занимаются, отжимаются. Поэтому я очень довольна. Ինչասեմ, Գոր Վարդանյանը շատ սիրով մեծ սպորտային փորձ ունեցող մարզիկ է, որը ցանկանում է իրեն մոտ պարաբող երեխաները ընդօրինակեն իրեն, որ կդան բոլոր ծնողներին, որ իրենց թոռնիկներին, երեխաներին բերեն Գոր Վարդանյանի տոկմանդո դպրոցը. Այստեղ շատ երեխաներ կան, շատ երեխաներ իրար հետ ընկերություն են, բոլորը Բրբանգի դպրոցի աշակերտներ են, մեկը մեկին գիտի, այնպես որ նրանք շատ մտերմանում են իրար հետ, երբ որ գալիս հաճախում են այստեղ։